Ребята, я хозяин этих двух псов. Я диджей, я не музыкант. У меня был самый мощный аппарат в Гречинском районе. Если я буду перечислять, кто на нем работал, я дискотеками не занимаюсь с 93-го года. Из Розы Ветров аппарат выкупил я. Тогда он назывался кафе «Отдых». Мне нужно что-то объяснять. К музыке меня попытался вернуть Сергей Кучеренко. Купер.